Всем здорово, на канале Китай заключился, и сегодня будет распаковка посылок. Вот такая небольшая кучка посылок пришла нам с Китая, конечно же. Откуда же еще могла прийти куча посылок? И приступим, давайте вот с этой вот. Так, у нас оценено в 3 доллара весом 100 грамм. Ну, 100 грамм, конечно же, нету, не знаю, чем они указывают неправильный вес вообще. Китайцы эти. И, опа, как же запаковали-то. Так, мусор. Ладно, оставим на потом. Помните, да? Дальше идем. Так, вот у нас семена. Семена у нас киви. Видно, да? По-моему, штук 20 должно быть. И семена острого перца. Вообще, семена в Китае дешевые. Там что-то около 10 рублей каждый пакетик. Но. Не знаю, Почта России доставляет посылки, она может их, в принципе, по улице нести, там они могут замерзнуть. Вот я не знаю, хочу посмотреть, проверить. Вообще интересен перец. Давайте дальше. Кстати, ссылки на эти посылки будут в описании. И, конечно же, в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте подписываться. Дальше. Дальше у нас вот такие вот заглушки. Наушники, вот так они блестят. Вообще продавец очень хороший, мне нравится, там еще где-то третья лежит, но они упадают. А, даже еще две там их лежат. Продавец хороший, у него ценник за одну на сайте висит, там что-то 8 рублей что ли за одну. А присылает он всегда либо 3, либо 4, ну видимо там сколько взял, столько положил, ему не жалко. Вообще продавец красавчик, ссылка тоже будет под видео. Идем дальше. Опа. У нас универсальный пульт вот такой, уже у меня был, не знаю, снимал, не снимал, не помню, если честно. Сейчас давайте откроем. Этот пульт. Самый обычный. Ничего такого. Так, тут заглушка есть у нас. Заглушка, батарейку закрывает. Тут все видно, да? Ни хера не видно, ну, видимо, камера он не реагирует. Подходит почти ко всем телевизорам, как новым, так и старым. Я дома проверял, у меня работает вообще на всех телевизорах. Проверял на работе, на старом. На одном не работал, на втором работал. Такая инструкция, ну, ничего интересного. Зажимаем кнопку, по-моему, громкости, он без звука. И он сам настраивается под телевизор. Классная штука, 60 рублей стоит, ссылка под видео. Идем дальше. Это у нас такая вот светодиодная лента в антистатическом пакете. О, скорые гоняют. Так, ну вот так вот она, конечно же, приехала. Тут все сломано. Ну, в принципе, нормально должна быть. Вообще, за эту ленту я уже вернул деньги, потому что я забыл про нее. И просто залез на Алиэкспресс заказы и увидел, что у меня висит. То, что срок уже истек. Ну, открыл спор, китаец тут же вернул деньги. И вот она, конечно же, пришла. Потому что она как бы отслеживалась, что с Китая выехала. Ну, китайцу спасибо, конечно, стоит. Она что, 100 рублей, так что я думаю, не разориться. Идем дальше. Ага. Последняя. А, там еще одна, да, помню. Так. Это у нас. Сейчас, кто гитаристы, тот знает. У нас держатель под медиаторы на гитару, самоклеющийся, он приклеивается прямо на гитару. У нас вот такая вот фирма какая-то там у него. И приклеивается на гитару, короче, ну и медиатор вставляет у него. Так, давайте вот это, наверное, сюда как-то разрежем. Вообще одной рукой это делать, если честно, абсолютно неудобно. Ну, приходится это распаковывать. Вообще распаковывать надо, ну, когда распаковываете, надо всегда снимать, потому что мало ли что. Я уже говорил, что какие-то разногласия с товаром, как бы, ну, лучше догадать все это видео. Так, здесь у нас процессор находится. Так, у нас вылетел, вырос, сломался. Ходит, ладно. Это у нас Intel
Core 2 Quad. Не видно, да? Ну да, камера у меня не поймает, наверное. Короче, четырехъядерный процессор на сокете 775. Он, конечно же, БУ. Ну, вроде бы ничего так выглядит. Сборка, скорее всего, будет на канале на этом процессоре. Вообще, там сейчас на Ютубе много видео, где показывают там усилить свой компьютер, там всякая фигня. Intel Xeon, ну, короче, это подобие Xeon, тут почти то же самое. Частота там почти такая же. И ну, стоит он в два раза дешевле. Я думаю, нет смысла переплачивать за Xeon, когда есть Intel Core. Так что вот. Ну все, спасибо за просмотр. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте.